Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Какого хрена? Да твою же мать! Эй, свобода, мать вашу, раз так! Сдается мне, этот нехороший человек испытывает наше терпение. Ну ничего, недолго тебе там сидеть осталось. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Ты думаешь, они его не пристрелят? Сразу Хаюшки! Бывай!